Я здесь родилась, и мне нравится мой город. Гуляю я здесь по набережной очень часто. Здесь очень красиво, и смотреть на корабли приятно. Я здесь родилась. Это как бы уже родной город, родное место. И уезжать не хочется. Недавно узнала такую забавную историю, то, что на наш завод приезжал Илон Маск. Хотел купить ракетные двигатели, но ему не продали. Пришлось строить свои. Это меня очень порадовало. И сразу такая гордость за наши места появилась. В Химках хорошая природа. Здесь, я считаю, что это самый лучший город в Москве. Много парков, много памятников, люди хорошие, отзывчивые. Я желаю однозначно, чтобы мы все время не стояли на месте, а двигались, развивались в соответствии с трендами, которые и вызовами в сегодняшний день у нас существуют. Я желаю Химкам развиваться стремительно дальше, в таком же темпе, чтобы жители Химок также кайфовали и чувствовали себя отлично.